Снова эта красавица Чип и Дейл. Плетистая розочка большого размера. Вот ее прирост из-за лета. Видите, я ей даже вверху обрезаю, немножко укорачиваю, чтобы она не сильно высоко поднималась. Пока в таком состоянии. А дальше вот начинают уже листики желтеть. Буду убирать. Уже обрабатывала. Вот мучнистой росы. Сад заболел. В саду очень много больных растений мучнистой росы. Вот так с этой стороны дорожки смотрится мой сад. Здесь фундуки. Один фундучок, второй фундучок. Здесь идет слива писарди. Видите, небо серое. А вот это идет метасеквоя. И сосна веймутова. А там идут платаны, ярко-салатовые листья крупные. А здесь вот такая метасеквоя. Уже вот такие веточки начинают рыжеть. Она осыпается. И зимой будет стоять без листиков. Так, этот клематис, тот, что я показывала, что пролез, сам вырос. Повторное цветение юбилея принца Монако. Вот она там ветку пустила, длинненькую, вон там. Вот. Ну, здесь такой уголочек хосточки под сосной веймутова. Ну, вот они почему-то там горят. Листики горят, и все. И здесь у меня стельбочки тоже, видите, вот они, скрученные листики. И поливаются, дождики поливают, и я поливаю, но что-то не так. Здесь растет еще такой кустик медунички. А вот здесь вот был кустик хаутюни. Ребята, всю хаутюню я выкопала, пересадила. А теперь вот смотрите, снова она пролезла. Значит, надо это все знать. Потому что она бегает по всему огороду, это хаутюня. Пыталась вам снять свою горячавку. Вот. Это горячавка, один из сортов. Видите, как она низко-низко. А это у меня горячавочка уже отцвела. Сейчас я найду колокольчики. О, вот такая горячавочка тоже была, но уже отцвела. Видите, вот они такие низкорослые. Ну, здесь она недавно, малолетка, поэтому не очень много цветов на ней. Красавица Эден-роза зацвела и облокотилась на вересковидную туйку. Как она тут устроилась, нежная такая. Ой, красавицы мои, красотулечки. Вот кустик как начал развиваться, девчата, еще по этих много-много бутонов. Вот такой огромный-огромный куст получился. Ой, снова к строителям. Строители приехали к соседнему дому. А, мама мия. Ай, боже, хоть беда, отключайся. Замолчала машина. Вот как в этом году, уже в августе месяце, поднялась павловня. Вот на концах я вижу уже новые закладки цветов. Бутончики начинают закладываться. Ну, вам не видно. Вот здесь вот, наверное, будет видно. Вон, сколько достану. Видите, на концах веточек есть бутоны. Это будущие цветы. Павловня цветет весной. Вот такие, как я оставила. В прошлом году дополнительная вот эта веточка пошла. И вот она превратилась в вот такое ровненькое стройное деревце. Это мне для страховки, потому что было после срезки и обмерзания, я оставляла одну веточку, один пагон. И вот она превратилась в такое стройное, ровное дерево. Ну, высоты я не знаю, видите, как она не гонит, она выше
до беспредела, где-то останавливается, вон, не знаю, метров, не скажу сколько, метров 25, наверное. Вот. И листья здесь теперь уже скромные. В этом году у нее листики скромные. Не такой большой, как было первый год, что я вам показывала, что размер зонтика. Вот так этот уголочек. Это из 32 туек. Вот это можжевельник колючий. А это туи. Вот так вот закрыла этот красный забор. Полностью уже закрыла его туями. Постригла еще кипарисовый калюми. Сделала его уже, ребята, стройнее. Вот этим ножницами, которые я покупала и вам снимала, как я стригла этих кусты. Вот как после стрижки вересковидные туи. Тоже красавцы, посмотрите. Внизу у меня тут растут медунички. Вот такие туйки. Это полынь, я уже показывала несколько раз. Вот такая полынь. Вероника голубая. Ну и еще раз этот уголочек. Ой, сейчас подойду вам покажу. Лагинария вон завязалась. Сейчас ближе подойду. Смотрите, какая завязалась лагинария красивая. А та вот пожелтела, пропадет и отпадет, что я первый раз вам показывала. И вот как она цветет. Вот таким интересным кружевным цветочком. Он на самом конце. И там вон еще наверху завязалась. Ну, выживет или загниет, это посмотрим по погоде. И там еще декоративная фасоль красненькая. Уже стрючочки, стрючочки в нее есть в этой фасольке. Вот роза прицепилась ко мне, не могу отцепиться. Розочка Compassion, повторное цветение. Вот такая красавица. Сейчас ближе подойду, вам покажу ее лепесточки. Вот такая красота, ребятишки, очень красивая. Уже рядышком с нисканthusом зебрина. Китайский нисканthus зебрина такой высоты. Красавчик. И рядышком розочка Compassion. Голубая розочка Blue Moon. Повторное цветение. Вот она. Это родственница моей индиголеты, которая в селе. Вот такая. Blue Moon голубая. Калины море. Я уже много обрезала. Так. Фредерико Шопен раскрылся. Очень много. Обрабатывала уже ее вот мучнистой росы ложной. Вот уже немножко листики выровнялись. Ну вот сегодня хотела обработать, так надо, что снова пасмурная погода. Моросит.